Праздничные дни, по информации дежурной части Одинцовского УВД, прошли значительно спокойнее, чем в предыдущие годы. Во многом благодаря тому, что за сохранностью правопорядка в районе ежедневно наблюдало не менее четверти личного состава управления, удалось не допустить серьезных противоправных действий. Всего за 10 дней праздников у нас зарегистрировано 71 преступление. Из них 56 преступлений было раскрыто по горячим следам. В принципе, процент раскрываемости достаточно высокий. Тяжких, особо тяжких преступлений за праздничные дни удалось избежать. В новогоднюю ночь в территориальные отделы милиции было доставлено 79 человек. Из них всего 31 за появление в общественном месте в нетрезвом виде и публичное распитие спиртного. За время новогоднего праздничного марафона никто из жителей и гостей района не пострадал ни от пиротехники, ни от переохлаждения. Всего за 10 дней за административное правонарушение в отделы милиции было доставлено 1095 человек. Также, в принципе, цифра не очень большая. Вот, именно за 10 дней. В основном этот массив был это кражи. Вот. Много было краж, в том числе, вот, например, из магазинов. Ну, лица, соответственно, были задержаны. Опять же, это празднующие, значит, которым, возможно, не хватило. Как хотелось бы добавить, конечно, в общем-то, несмотря на то, что и доставлено было не так много людей, в общем-то, и преступлений не так много совершилось, но, однако, сохраняется тенденция к злоупотреблению людьми крепких спиртных напитков, в том числе, возможно, естественно, контрафактных. Также за новогодние праздники на территории района не было зафиксировано конфликтов на почве национальной неприязни. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцово».